Представители туристической отрасли обсудили интересные и важные проекты сотрудничества с Китаем. Идея организовать пункт пропуска через Дальнереченск в воздухе витала давно. Дальнереченск-Хутоу может стать не только пунктом пропуска, но и серьезным туристическим коридором. Кроме этого, координационный совет обсудил перспективу строительства трансграничной канатной дороги между двумя населенными пунктами. Еще один привлекательный город для приморцев – Суйфуньхэ. Координационный совет по туризму обсудил возможность возобновления железнодорожного маршрута Владивосток. Суйфуньхэ. Ну и, конечно, постоянно на слуху Египет. Будут ли открыты туры и как там наши туристы? По информации Департамента по туризму, все приморцы, которые находились в Египте, вернулись домой. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 ноября перелетов из Российской Федерации в Египет. Под исключение попали авиаперевозки граждан, направляемых органами госвласти в Египет в служебных целях.